Как вас зовут? Иван. Откуда вы, Ваня, приехали? Из города Тобольска. Из Тобольска на матч ехали? Да, 1500 километров. Вот это да. На чем добирались? На машине. Как вам Самара? Что успели посмотреть? Все понравилось, только очень жарко. Я выезжал, было плюс 8 градусов всего тепла, да, а тут это самое плюс 30 градусов. Мы вчера покупались, по набережной прошлись, так что все отлично. Сегодня идем на футбол. Как вода в Волге вам? Нормально. У нас потеплее, наверное, даже на севере. В музей в какой ходили? Вот мы собираемся сейчас в музей космонавтики пойти, пофотографировали, сейчас пойдем. Ну, в целом, город приятное впечатление оставляет. Да, все отлично. Я думаю, нормально. Самое главное, ждем матча. Сейчас через 2 часа поедем уже на стадион. Что больше всего вам в Самаре понравилось? Мы надеемся, матч сегодняшний. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Ваня.